Очень ответственный шаг. Разин обратился к Заворотнюк в важный день. Музыкальный продюсер не смог остаться равнодушным к трагедии в семье Анастасии Заворотнюк. Новый пост, посвященный тяжело больной артистке, Андрей Разин опубликовал в личном микроблоге. На странице в Instagram продюсер группы «Ласковый май» разместил архивный кадр, сделанный во время венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова. На снимке актриса и фигурист стоят в праздничных нарядах рядом со священником и держат в руках свечи. В подписи к снимку Андрей Разин поздравил пару с важной датой. Сегодня исполнилось ровно 11 лет с того дня, когда Анастасия и Петр обвенчались. Венчание – это очень ответственный шаг, символ единения и неразлучности перед Богом. И сегодня, в сложное время для их семьи, это единение важно как никогда. Рассказал он своим подписчикам. От всего коллектива «Ласковый май» и лично от себя продюсер пожелал здоровья звезде сериала «Моя прекрасная няня». Он также отметил выдержку и мужество ее супруга в такую трудную минуту. Надеюсь, что все обойдется. Счастья вам и еще раз с такой прекрасной датой, 11-летием вашего венчания, заключил Андрей Разин. Публикация фотографий из Instagram. Напомним, фотографии венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова появились накануне, 12 октября, в официальном аккаунте артистки в Instagram. Представители знаменитости выразили надежду, что супруги смогут справиться со всеми преградами. «Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все», — подчеркнули они. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. СМИ сообщают об избиении 65-летнего Лукашенко. Оно осталось со мной. Виторган высказался о свадьбе Собчак. Скажи людям правду. Семью Заворотнюк обвинили в грязном пиаре на смертельной болезни. Кожевникова обрадовала приятным известием. Молодой Шепелев без бороды стал сенсацией. И многое другое.